Привет, друзья! В данном видеоуроке я расскажу о 5 сайтах с выводом денег на Kiwi кошелек. Итак, первый сайт SocPublic. Выводить я буду на Яндекс, так как Kiwi кошельком я не пользуюсь. Но все данные сайты платят на Kiwi, поэтому вы то же самое делаете, только выводите на Kiwi. Ну, после того, естественно, как заработали. Итак, у меня на SocPublic есть 41 рубль, я нажимаю «Заказать выплату». Деньги здесь приходят абсолютно моментально, то есть вот они только вывелись. Я иду в свой Яндекс, обновляю страничку, и они уже пришли. То есть вот пришло 40 рублей 80 копеек, ну, с учетом комиссии. Итак, зарабатывать здесь очень просто. Мы нажимаем на рубрику «Зарабатывать». Для начала, конечно, нужно зарегистрироваться. Ссылочку на регистрацию я оставлю под этим видео в описании. Нажимаем «Задание». Сразу же посещение письма серфинг нам не нужны, потому что за них платят копейки. Ну, если хотите, можете поклацать. Здесь как бы... В заданиях есть рубрики такие, клики, YouTube, социальные сети. Это вот три главные рубрики, которые вам нужны. Остальные, в принципе, ну, они вам не нужны. Самые популярные это YouTube и социальные сети. Если вы выбираете YouTube, то здесь нужно, допустим, вот видите, написать там 5 комментариев под видео, там подписаться на канал, просмотреть видео, поставить лайк и так далее. Нажимаете, допустим, на задание. Далее читаете, что от вас требуют. Вот перейти по ссылке и просмотреть видео не меньше половины, поставить лайк. Все, для подтверждения задания необходимо указать номер лайка. Все, указываете номер лайка, нажимаете для начала начать выполнение. Вот, допустим, нажали начать выполнение. Вот, вы просматриваете данное видео. Вот, допустим, здесь написано, ну, здесь 5 минут видео идет, там написано половину хотел бы просмотреть, то есть 2,5 минуты надо просмотреть. Ставите лайк, закрываете, и здесь вот пишите, там 12 лайк у меня был. Ну, просто пишите цифру 12, нажимаете отправить отчет, получаете деньги. И так, с остальными заданиями, задания очень простые, здесь ничего сложного нет. Если выбираете социальные сети, тогда здесь нужно уже конкретно там вступать в группы ВКонтакте, подписываться, допустим, там, ну, на людей, там, добавлять друзья и так далее. Ну, чаще всего это вступать в группы, там, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, ну, все социальные сети. Ну, и остальное можете тоже посмотреть, здесь регистрации есть и так далее. Тут и в игры играют, ну, много чего. Если вы в играх шарите, тут некоторые просят, как бы, там, пройти какой-то уровень, допустим, и за это платят неплохие деньги. Итак, следующий проект Waymail, то же самое, здесь то же самое задание, сайт платит в долларах, выводить тоже можно на Kiwi, вот я вывожу на Яндекс, вы выводите его сразу ниже, на Kiwi можно вывести деньги, здесь пишут вот курс, по какому мы получим, ну вот допустим я подтверждаю, что мой статус выше, анонимного, и нажимаю вывести деньги. Деньги, кстати, тоже приходят здесь моментально. Вот идем в Яндекс, обновляем страничку и смотрим, денежка пришла, вот 174 рубля по такому вот курсу. И здесь тоже нажимаете задание и смотрите, вот тоже клики, регистрации, тоже социальные сети здесь, YouTube есть. То же самое абсолютно, просто интерфейс сайта другой, а так все то же самое, те же задания, подтверждаете и, повторюсь, платят здесь в долларах. Вот, в принципе, и все. Так, следующее... колхоз.нет, я еще не зашел, нужно зайти. Так, подтверждаем, заходим. Это игра с выводом денег, здесь можно начать как с вложением, так и без вложений. Для начала я выведу деньги тоже, я нажимаю Яндекс, вы нажимаете Kiwi и выводим. Итак, вводим сумму, 249 рублей у меня есть, но это в серебре мне нужно вводить. Я нажимаю «Заказать выплату». И, в общем-то, ждем выплату. Деньги тоже приходят буквально через пару минут. Вот, и зачисляются на ваш баланс. Сейчас немного нужно подождать. Итак, выплачено успешно, здесь статус выплачивается, мы ждем, но пока я расскажу, как здесь играть. Здесь, значит, для начала нужно пополнить счет, если вы хотите с вложением начать, либо, если без вложений, то здесь есть серфинг, и вы должны тут просматривать сайты за серебро, после чего вы покупаете животных в ферме своей тут.
Здесь вот нажимаю «Покупка животных», здесь можно купить курицу, козу, свинью, корову, овцу. Вот, и стоит самая дешевая курица, это получается 5 рублей она стоит, далее 25 рублей, коза здесь уже 125 рублей, 500 рублей, и самая дорогая овца это 2500 рублей. Вот, чем дороже вы, естественно, покупаете, тем больше вы уже зарабатываете. То есть, чем больше животных у вас, тем больше вы собираете с них сырья на складе. Вот, собираете сырье, и тем больше вам капает на счет для вывод и для покупок. Итак, давайте посмотрим, пришли ли деньги на Яндекс кошелек. Смотрим, деньги зачислены, 238 рублей с учетом комиссии пришло. Следующая Money Birds, тоже игра с выводом денег, то же самое, все здесь вы покупаете только птиц, они приносят вам яйца, вы их продаете и все. Для начала нужно пополнить баланс, чтобы купить птиц. Самая дешевая птица здесь стоит, по-моему, 10 рублей, да, 10 рублей, вот самая дешевая птица зеленая. Далее, ну у меня, видимо, вот уже там 104 есть, тут 75, ну этих по нулю, вот еще я не насобирал. Итак, заказываем выплату, тоже вы на Киви выводите, я вывожу на Яндекс.Деньги. Все то же самое, вот у меня есть 36 рублей всего. Нажимаю заказать выплату. Деньги здесь тоже приходят буквально через пару минут. Ну и обязательно покажу, что они пришли. Итак, ждем. Так, заявка на выплату отправлена. Так, ну, в принципе, с данной игрой ясно. И следующее, ВК Таргет. Здесь тоже давайте сразу выведу деньги. Вы вводите на Киви, я вывожу на Яндекс. Вводим сумму, 35 рублей у меня есть. Вот, и... Так, нет, здесь номер кошелька нужно ввести. Копируем номер кошелька. Вы копируете Киви, я копирую Яндекс.Деньги, нажимаем создать заявку. Написано, что в течение 2 рабочих дней деньги приходят. На самом деле деньги приходят намного быстрее. Итак, здесь тоже нажимаем на рубрику заработать. Здесь, значит, вы будете зарабатывать на том, что будете там вступать в группы. Здесь конкретно по социальным сетям. Вот, допустим, нужно там вступить в сообщество ВКонтакте. Мы нажимаем вступить в сообщество. Нажимаем подписаться, закрываю, нажимаю проверить и смотрим на мой баланс. А, уже деньги пришли, не успел. Кстати, если здесь уже 0 у меня, то значит деньги уже пришли мне на Яндекс. Обновляю страничку, смотрим, что у нас здесь. Здесь вот пришло мне с Money Birds и пришло с ВК Таргета. Ну и так далее, с остальными заданиями. Вот вступите в сообщество еще. А, нет, это тоже задание. Вот, допустим, поставить лайк. Переходим, ошибка доступа. Бывает такое, значит, пролистывайте. Вот есть в Инстаграме, подписаться на аккаунт, там, поставить класс в Одноклассниках, просмотреть видео. Обновляйте, кстати, когда задание у вас закончится, вы просто нажимаете как можно чаще на кнопочку обновить, и тогда будут появляться новые задания. Вот, нажимаете, нажимаете, и появляются другие задания. Вот, ну, мы еще просто эти не закончились, поэтому другие не появились. Вот, в принципе, и все, что я хотел рассказать. Вот такие вот 5 сайтов. Напомню, что они будут под этим видео в описании. Переходите, регистрируйтесь и зарабатывайте. Все честно платит, я показал везде. Выводы стабильные, причем моментальные вообще. Не надо не ждать ничего. Итак, еще... Оставлю под этим видео 100 сайтов для заработка в интернете. Здесь 100 лучших проектов, с помощью которых можно заработать. Здесь и заработок на играх, и заработок в социальных сетях, и заработок на опросах, и на копирайтинге, и бинарные опционы, и на партнерских программах, и остальные проекты. Там и на кликах заработок, и в каждой рубрике есть видеоурок. В общем, смотрите, с левой стороны тоже виды заработка. Тут и продажа фотографий есть, может, вы фотографировать любите. На этом все, удачи вам, больших вам заработков, подписывайтесь на канал, если не подписаны, ставьте лайки, всего доброго.